Привет, дорогие друзья! С вами Дмитрий Бекер. Я вот тут прохожу, гуляю по парку. Мариинский парк в городе Киев. И вот прохожу мимо, вижу эту дорожку. И вот мне сразу вспомнилось слова из Библии, где Бог нам говорит: идите узкой дорогой, прямой. Тогда у вас будет все хорошо. Поэтому, друзья, живите правильно, идите узкой дорогой, не сворачивайте никуда. Живите честно, делайте добрые дела, познавайте истину. И истина сделает вас счастливым. Я желаю вам счастливую, здоровую и успешную жизнь, друзья. Пока.